прилагается маленький видеосюрприз, то есть маленькое прилагается видео к копу. В общем, вот так вот. Вы видите, почему я нахожусь вот тут вот, и все поймете. В общем, начинаем мы копать. Приехали, давайте. Сейчас утро, 10 утра. Это у нас следующий день после того выезда, где было вчера тухленько, две монетки. И вот, смотрите, у меня вылезла моя первая нормальная находочка. Вот, смотрите, что это. Какая-то лапка, блин. Ну, на что-то она вешалась. Может быть, старая. Вот, честно, похоже на то, на старую. Так. То ли ключик, то ли... Да я не знаю даже. Ну, что-то такое. Было интересно. Такая вот вещичка. И малька даже есть. Была. Была. Самое главное. Вот так вот. Ладно, пойдемте дальше. У меня так. Вот монеточка. Не у меня. У Валентина. Ну, на ней вообще непонятно, что это. Вроде как орел. Даже не знаю. Ну, вот какая-то монетка вылетела. Вот так вот. А я ищу свою первую монету за сегодня. Вот у нас монеточка вылезла. Походу опять Павел. Видите? Вот у нас гербик. Она, да, в сохране будет. Оп. Да, полушка. Полушечка у нас. 1737, кажется. Вот так вот. Продолжаем. Вот, смотрите, у меня вылез. Я так понимаю, это кусок крестика. Жаль, только обломыш. Каким бы красивым, большим бы он был, если бы был. Ну вот, такая вот печальная история. Сейчас покручусь тут вокруг, может быть, от него кусочки будут. Вот так вот. Ну что, друзья, моя невезучесть продолжается. Ни одной монеты за сегодняшний день, уже 3 часа дня, и я хожу. Ну, сейчас какие-то мелочи находятся такие более... Старый, я уже вам показывал кусочек крестика там, и еще что-то было, что-то было, в общем, я уже сам забыл. И сейчас еще какие-то древнятинки попались, сейчас покажу, и мы продолжим. Надеюсь, сегодня хотя бы монетку вытащить. Вот так, продолжаем. Вот такая мне попалась фигулечка, я не знаю, вот тут вот узорчик такой, чего-то там, да, стоит. Стоит такая находка хотя бы внимания, не знаю. И вот еще смотрите, что это может быть, я даже не знаю. Какой-то узорчик вот тут есть. Мои предположения, но это только предположение, если вот этот загогулинку снизу продеть и достать вот до этой, то будется, то это у нас колечко. Такой маленький перстенек. Но это только моя фантазия и мои догадки. А как вы думаете, что это по-настоящему, напишите в комментариях. Я вот сам не знаю, так что продолжаю копать, искать монетки, наконец-таки, пытаюсь найти. Ребята, вот смотрите, нашел, прям на земле лежал крестик. Я его взял в руку, и он развалился. Вот такой вот он был, кривой весь уже, сразу же, он такой и лежал кривой. Буквально только нижняя часть отвалилась сразу же, как взял в руку. Ну, уже металл сгнил, как видите. Ну, вот так вот. Был такой вот крестик. Ну, я похожий находил. Ну, мне, как видите, сегодня с находками не везет. Вот эта круглая фигня, которую я достал, оказывается, не фигня, а фибула очень старая. Была тоже. Ну, в общем, вот так вот. Сейчас, наверное, переедем на другое место, покопаем часик и домой поедем. Вот так вот. С
Содрали мы все обои, сняли все полы и нашли немало интересных вещей. В общем, одни из них — это интересные обои советские, там 82-го, 83-го, 84-го года примерно. Я некоторые даже себе собрал, буду кое-что интересное делать, увидите в следующих роликах. А сейчас покажу, что мы нашли под полами. Это довольно-таки интересно. Как вы знаете, я ищу монеты, значит, это будут монеты. Сейчас буду вам показывать, там же увидите. Я даже некоторые вырезки сделал. Потом из этих кусочков буду делать кое-что интересное. Это будет в следующих роликах. Вот такие вот отрывки интересные. И кучу еще газет я забрал домой уже давным-давно. В общем, сейчас переключаемся на пол и что я там нашел. Вот такие полы сняли. На этих полах была вот такая вот плитка. Кто знает, хорошо, отлично. Это второй день. В первый под полами я нашел монетки. Фотку я вам сейчас скину. Вот в этих вот косяках иногда бывают монетки. Снял я только что пол. И смотрите, вижу, вот тут монетос лежит. Вот, совет вижу. И вот еще тут, под полом. Сейчас отойду к окну, позыкаю. Вот такие вот монетки бывают. Еще если что-то будет, надо будет зыркать, досмотреть. Вот уже нашел. Вчера еще находили. Так. Это у нас что? Это у нас тоже совет. 62-й год. Пятнашка. Вчера я нашел 10 копеек. Как видите, сохран ни в полях, ни в лесах. Намного лучше. 61-й год, еще пятнашка. Ну вот, 30 комбиносов и вчера десяточка уже найдена. Итак, по советикам. Ой, по советикам, по современке сегодня еще десяточку нашел. Вчера еще 10 рублей современных, ну и так далее. В общем, вот так вот. Еще одна копейка. Серега, а ты 2 рубля нашел, да? Ага. Я вот вижу, тут еще монетка под полом была. Тоже совет, представляешь? Копейка 77-го. Прикольно. Все, вы были на канале «Советский кладоискатель». Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, комментируйте и всем пока.